Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Мы озвучиваем вот во сети Библии, это наш сайт. И вот самое главное во всех моих ресурсах, 4124 ответа. Таких ответов нету во всей мировой сети, поверьте, я не перебираю это. Чтобы одновременно отвечать, как говорит об этом Библия на вопрос, что говорят святые отцы, что говорят жития святых и каноны церкви. Никто, нигде во всей мировой сети. А так, от себя говорит, что-то говорит правильно, а большей частью туман напускают. И вот сейчас мы идем по теме «Будущее». Будущее, это вот я покажу сейчас, где вот бесы, колдуны, Библия, богослужение, будущее, вот пятый пункт. Мы отсюда дальше эти вопросы начинаем озвучивать. Вопрос. Это вопросы, которые мне задавали в университете. Я стою за кафедрой. В последнее время не один был, а с Дыбуновым. Он засчитывает вопросы, а я отвечаю. И зал. Вопрос 1529. Шестой том «Открытым оком». Иов 37.7. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Поясните, пожалуйста, о какой печати здесь говорится. Почему она полагается на руку каждого человека? Не имеет ли это место связь с Откровением 13.16? И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. Я вот еще раз скажу. Так, и? И имеется различие между печатью и начертанием. Вот это вопрос задают. Конкретный вопрос. Два места писания. На занятиях, вот такие места, я смотрел, занятия, которые ведут священники такие, часто выступают здесь в интернете. И вопросы-то у них не такие совсем. Здесь вопросы, что люди привыкли слышать Слово Божие. Я их приучаю. Вы не ко мне пришли. Вы пришли к Господу Богу узнать, как говорит Его Святое Слово. И моя задача открыть и показать. А верите, не верите, меня вообще не должно интересовать. Илиуй, которого Златоуст называет явным безбожником, он оскорблял его в лицо. В конце своей речи получил характеристику от Бога. Я спрашиваю сектантов, кто такой Илиуй? Ну, это Христос, под видом Илиуя Христос пришел. Безбожник это? Да вы что? Я дальше начинаю доказывать. Бог говорит, кто этот лишенный смысла? Читай. Иов 38, 1-2 стих. Когда Илиуй перестал говорить, Господь отвечал Иову из бури и сказал, «Кто сей омрачающий провидение словами без смысла?» Ну что, Христос словами без смысла-то? Тут ясно, думаю, как это можно не видеть-то? А он такие мудрые речи говорит, он нахватался везде и дальше уже тянет. К какой части речи Илиуй относится слова Божии, неизвестно. Может быть, речь идет о дактилоскопии, о отпечатках пальцев, по которым можно определить человека, как по фотографии, и даже более точно. Точнее, более точнее. Когда пытаются преступники стирать отпечатки, но заживая, из-под обожженного места снова проступают те же кривые линии. Печать Антихриста это не имеет совершенно никакого отношения. Печать будет принята только при сознательном полном отречении от Христа и при полном сознательном принятии Антихриста как Мессии и Христа. Вопрос 1536, шестой том «Открытым оком». Почему Яков благословил сперва Ефрема, а не Манассию, так как Манассия был первенец? И когда Иосиф ему об этом сказал, то Яков ответил, что он знает это. Что он знает это? Дальше. Ответ. Бытие 48 глава, 17 по 20 стих. «И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему, «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал, «Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И благословил их в тот день, говоря, «Тобою будут благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». И поставил Ефрема выше Манассии.
Здесь все ясно в ответе из истории дальнейшей, как жили эти колена, кто от них народился. Но мы для себя должны понять, что наши человеческие амбиции, благословения, расположение людей грешных к нам ровным счетом ничего не значит, если Бог не благословит. Много сейчас спорят о легитимности законного наследника от дома Романовых. И претендентов, как ни странно, хоть отбавляй. Кого много? Претендентов. О, претендентов, да. Так и прочитал. Да, да. А вот это место Писания говорит, что даже законное простонаследие ничего не значит. И тем более уж никогда царь Николай II не был и не мог быть удерживающим, как его величают бестолковые и темные люди. 2 Фессалоникийцам 2.7. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. Вот такой ответ. А может дать лучший ответ? Не знаю. Я ответил Слово Божие, показал и сослался. Не могу знать. Вопрос 1536. 6 том «Открытым оком». А это было уже? Это было, да, это второй раз одно и то же. Это надо выкинуть тогда. Видишь, бывает иногда такое. Это я тут уже когда делаю, непонятно что. Вопрос 1030. Третий том «Открытым оком». Могут ли христиане влиять своей праведностью на время прихода Антихриста? Неужели можно отодвинуть срок его прихода? Ответ. Теоретически, да, могут. 2 Фессалоникийцам 2.3. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Насаждая всюду отступление, безбожие, помогая быстрее созреть тернию, люди приближают приход Антихриста. Римлянам 11.25. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Прямо показывал, пока. Точно так же и христиане могут повлиять на время прихода Антихриста, если будут жить свято и увеличивать число вошедших в Царство Небесное. И когда войдет полное число их, тогда и явятся все окаянные. Вопрос 1332, третий том «Открытым оком». Что значит слова «новое небо» и «новая земля»? Ответ. Исаия 65, 17. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». Исаия 66, 22. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше». Откровение 21.1. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». 2 Петра 3.13. «Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». 1 Коринфянам 2.9. «Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Больше на эту тему в Библии ничего нет. Видите как, я выбрал все до конца. И ни один канон, ни один собор ничего добавить не может. Можем сказать, когда умрешь, то если будешь спасен, узнаешь. В нашей жизни самое прекрасное не ценой денег покупается. Даром светит с неба солнце ясное, и луна нам даром улыбается. Даром на распаханные полосы льется дождь со щедростью обильною. Даром ветер гладит мои волосы, с дуба листья рвет рукою сильною. Даром птички пением наслаждаемся, зорями, восходами, закатами. С ближними, любимыми встречаемся и вдыхаем воздух не за плату мы. Никакой монеты не заплатите за ребенка ласку необычную, за супругов нежное объятие, за любовь, за дружбу, за годычную. Но всего дороже, драгоценнее, нам в подарок Богом преподнесено. В Иисусе вечное спасение. Принимай и улыбайся весело.
посмотри, как Бог к тебе склоняется, и пойми, что как свет солнца ясного, не ценой денег покупается, в нашей жизни самое прекрасное. Вера Кушнир. Я беру от баптистов, от адвентистов стихотворения, поэтов разных, мусульман, католиков. То есть я бы никогда не смотрю. Правильно сказано, правильно. Это же песнопение у них есть, да? Конечно. Вопрос 2287. Девятый том «Открытым оком». Говорите, что скоро это мирное и доброе для церкви время кончится и будут гонения. Разве нельзя как-то приспособиться, чтобы и от Бога не отречься, и жить не в тюрьме, как все люди? Такие вопросы хорошие задают люди мне. Хотел у меня быть. Сильные были занятия, до того они были интересные. Ответ. Нам обещан не компромисс умный с властями, но смерть от гонителей и за это блаженство. Послушайте, что говорит об этом Зоя Крахмальникова. Видите, у меня ответ на все есть. Монашество... Похвала Церкви Христовой, говорили святые отцы, ее цвет, ее красота, ее сила. Понятно, что те, кто считает монашество похвалой Церкви и испытывает благоговение к священному сану епископа, не может не ужасаться, видя плоды безобразия, которые явил нам Господь сегодня. Теперь часто можно услышать такую похвалу епископу. Он все-таки не женатый. Вот это уже похвала. Или похвалу священнику. Говорят, он верующий. Вообще. В раннехристианской церкви были женатые епископы, но они не давали монашеских обетов. Сегодня женатые митрополиты и епископы не новость для паствы. Это Зоя пишет, не я. Более того, они особо процветают и пользуются почетом у властей мира сего. По-видимому, это и дает право им грубо нарушающим канонические нормы церковной жизни быть наиболее ревностными, в кавычках, охранителями канонов, и подвергать различного рода наказания непослушными собратьев по вере. Сегодня часто можно услышать, что священники не столько опасаются атеистических властей, сколько церковной иерархии. Ревизия евангельского откровения затронула все сферы церковной жизни. На соборе по случаю тысячелетия крещения, несмотря на помпезность его, на присутствие иностранцев и постоянно боясь вынести ссоры из избы, все же прозвучали кое-какие упоминания о бедах в церковной жизни. «Мы только правоверные, в самом узком смысле этого слова», сказал митрополит Сурожский Антоний. «Мы говорим слова истины, но истины в нас нет. Наша жизнь не является свидетельством этой истины». Истина есть, а служители у ней, говорят, не истинные. Собор продемонстрировал кризис православного сознания. Его документы, которые, надо надеяться, будут опубликованы, войдут в историю нашей церкви и станут поучительными свидетельствами экклезиологического бесплодия и политиканства. Бесплодие, тщетно прикрываемое громкой и пустой словесностью, в которой не было ни подлинной боли, ни истинной любви. Дьявол смеется над нами, а мы горюем на реках Вавилонских. Горюем, когда слышим о нравственном упадке наших владычествующих монахов, о содомском грехе, о коррупции, взяточничестве, интригах, борьбе за власть, о человекоугодничестве, тщательно скрываемую теми, кто участвует в этом, и теми, кому до поры до времени выгоден этот нравственный распад. Горюем и ужасаемся, когда слышим несущиеся отовсюду вести, ничего тайного, чтобы не стало явным. О том, что распутничество нового толка гуляет по покоям патриарха и приближенных к нему. Распутничество и кощунство над красотой священного патриаршего сана. Бог не медлит, он являет плоды безобразия, как бы тщательно они не были скрываемы. То, о чем вчера невозможно было и подумать, а сегодня может прозвучать лишь как намек, завтра. Мы верим в это. Будем провозглашено с крови. В сергианстве, как в обновлечестве определенного толка, действует иной принцип. Кто хочет быть больше, подчиняй себе других. Тех, кто стоит ниже тебя на иерархической лестнице. Понятно, что такой демократизм губителен для церкви. Он препятствует любому проявлению соборности.
Отсутствие всяких начал демократизма в Московской патриархии рождает авторитарный административно-бюрократический стиль управления церковью, рождает бесконтрольность, безнаказанность, дает возможность немедленно расправляться с непокорными, то есть создает церковный тоталитаризм, чуждый природе церкви. Измена Слову Божию, даже самая, казалось бы, незначительная, непременно оборачивается нравственным распадом. И тогда с нами случается то, что случилось с Саулом. «Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло перед очами Господа?» — говорил Самуил Саулу. «Ты отверг слово Господа, и он отверг тебя». 1 Царств, 15 глава, 19-23 стих. «И от Саула отступил дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа». 16-14. Саул был помазанником Бога. На нем была особая харизма, но благодать не пожизненная, рента. Повторю я, не печать приложенной бумаги. И потому, когда Саула оставила благодать за то, что он не послушал гласа Господа, врата ада одолели его, и овладел им злой дух, дух зависти и ненависти, дух боязни за себя, побуждающий к преступлениям. Он еще оставался по виду царем, он казался помазанником. Но царство было отторгнуто от него. Давид был уже помазан царя. Так тайная сила Божьей благодати выбирает тех, кто угоден Богу, кто еще не явлен миру и отвергает царей, вчерашних помазанников. Они еще продолжают почитаться священниками и царями у людей мира сего, но их уже нет. Они угодны еще миру в этом звании, но их контракт с миродержцем потерял силу. История церкви знает немало случаев, когда вероотступники и еретики были патриархами, епископами и помазанниками Божьими. Святой Максим Исповедник явил миру, явил пример бескомпромиссного служения истине Христовой в противостоянии тем, кто, казалось бы, обладал харизмами святительского служения. Тем, кто, казалось бы, обладал непререкаемым авторитетом. Преподобный Максим отверг ложь не только патриарха и епископов. Он отверг решения вероотступнических соборов. Все эти соборы, речь идет о соборах, на которых было утверждено лжеучение, созывались по царским повелениям. Однако все они отвергнуты и преданы анафеме, так как на них были составлены вероопределения безбожные и богопротивные. Память его 21 января. Отказываясь от общения с Константинопольским престолом, преподобный Максим заявил, что те, кто отвергся от права веры, приняв на своих соборах еретические и вероотступнические постановления, много раз сами отлучили себя от церкви и изобличили в неправославии. Преподобный был объявлен врагом царю и оклеветан как государственный преступник. Эти новые течения не менее драматичны для церкви, чем иконоборчество, расколы и ереси, переживаемые церковью в ее истории. «Бывали соборы еретические», — пишет Хомяков. «Каковы, например, те, на которых был составлен полуарианский символ? Соборы, на которых подписавшихся епископов насчитывалось вдвое больше, чем на Никейском, на которых императоры принимали ересь. Патриархи провозглашали ересь, папы подчинялись ереси. Почему же отвергнуты эти соборы, не представляющие никаких наружных отличий от соборов вселенских? Потому единственно, что их решения не были признаны за голос церкви всем церковным народам. Тем народам и в той среде, где в вопросах веры нет различия между ученым и невеждою, церковником и мирянином, мужчиною и женщиною. Государем и подданным. Государем, видишь, ее. Государем и подданным. Рабовладельцем и рабом. Где, когда это нужно, по усмотрению Божию, отрок получает дар видения. Младенцу дается слово мудрости. Ересь ученого епископа опровергается безграмотным пастухом.
дабы все было едино в свободном единстве веры, которое есть проявление Духа Божия. Я сразу, том 2. Издание 3, страница 71. Я сын пастуха, прожил сколько на степи, я беру это в себе. А опровергаются безграмотным пастухом, и они ничего не могут сделать. Это он свидетель страданий Иисусовых, напоминает ученикам Христовым. Если засловят вас, называя политическими преступниками, то вы блаженны, то есть вам даровано блаженство, ибо Бог знает, за что гонят вас ненавидящие имя Его. Блаженство, однако, всегда хотят забрать те, кто не имеет его, считая, что блаженство входит в компетенцию власть имущих и им, обладающим властью, церковной или мирской, дана возможность лишать блаженства при помощи клеветы и хулы. И стыдно становится, по словам Хомякова, за церковь, до того низко упавшую, что она уже не совестится рекомендовать себя правительством или народом, слово наемная дружина, выторговывающаяся себе за усердную службу денежную плату, покровительство или почет. Хомяков, том 2, 5 издание, страница 82-83. Михаил Новоселов, известный церковный писатель, по всей вероятности принявший мученическую кончину в годы сталинского террора. Смотри, сборник «Надежда», выпуск 10, страница 155. Останавливался подробно в своих письмах к друзьям на проблемах церковной жизни, актуальных и в наше время. Не будем смущаться и неверностью множества пастырей и архипастырей, как явлением неожиданным. Это не новость для Церкви Божией. Нравственное потрясение которой, исходившее всегда от иерарха, а не от верующего народа, бывали так часто и сильны, что дали повод к поучительной остроте. Если епископы не одолели церкви, то врата ада не одолеют ее. Ой-ой-ой. Какие слова дальше? Не будем недоумевать и перед тем, что часто простецы, иноки и рядовые миряне больше архипастыря обнаруживают не только ревности о деле Божьем, но и разуму духовного. И раньше уши народа оказывались, по словам святого Илария Пиктовийского, святее сердец иерархов. Я первый раз в это переплетал в это время, и слушаю передачи, все время настроил на волну такую, и передают. Я говорю, Надя, ты мой материал передают, ты как так попало, куда? А дальше вижу одно выражение, другое, говорит, нет, это не мое. Вот так я познакомился с Зоей Крахмальниковой. И дальше уже через знакомых нашел, а потом уже поехал. И с ней несколько встреч было, и записали, фотографии у меня вот остались где-то. Ну, она говорит, нет, я так не могу, как вы. Вы трибун, вам территория нужна. А я кухонный кабинетный работник. Как она называет, в кабинете сижу, говорю, только вот это я могу, говорю, составить статью, а дальше нет. И мы поняли друг друга. От нее я как раз... И она меня сбила ехать за рубеж. Я тогда задавал вопрос студентам, везде, где вел занятия, ехать. Приглашение получил из Канады и из Америки. От митрополита Виталия и епископ Иларион, который сейчас это есть. Ехать сильно не хотел. И Зоя Крахмальникова сказала, вам придется не раз об этом говорить, и вы должны своими глазами это увидеть. Но я благодарю Бога. Я был поселен прямо в Синоде там жил. И мне говорят, там интересно, как зазомбировать человека. Вот мне говорят это, они имеют что-то в этом виду. Вот я жил у Орловых, которым стал митрополитом. Он был шофер в это время, а сейчас митрополит Антоний Никита Феоктистович. И у них в это время он заболел, и жил их архиепископ Антоний Синкевич. Мы с ним каждое утро прогуливались, потеряли мои, выходили в газетных еще так листиках. Он считал, все одобрил. Я однажды пришел и говорю, мы дорогой шли, а уже время-то было такое, день. И он в банк пошел и деньги снял, все мне отдал. Он говорит, он отдал деньги вам. Да вроде у него, говорит, снега там зимой не выпросишь, он такой-то прижимистый. Я его отдал. Значит, как же так могло быть? Понятия не имею. Мы беседовали с ним, он расположился и вот так вот. Ну вот я когда говорю об этом, хочу добавить, это дело Божие. Это нельзя никак. Вот мы
там были, и тут у них был Кондратюк, отец Арсений, архимандрит, в синоде. И мы с ним беседовали, он садит, ну пойдем ко мне обедать, там с митрополитом, у меня лучше вроде за столом-то. Ну и правда, он осетрину купил, ну первый раз, наверное, ешь. Я говорю, так она тает, жевать не надо. Ну вот так мы живем здесь. А у него водка такая, он налил полный стакан мне, я говорю, а я в рот не беру. Ну и правильно. И хлобыснул, он как богатырь был такой. А я так сижу, смотрю, итальянское, и в Италии выпустили полного Златоуста, любимого моего святого, и 12 томов. Да того хорошее, я посмотрел, и что смотришь-то, хорошее, я говорю, конечно. Если бы мне дали, я бы взял. Он ни слова не говоря, гляжу, что-то полез, тащит чемоданы. Я открыл, пустые. Вот в какой чемодан поместится, тот и твой. И давай снимать эти все 12 томов с полки. И на всех печать архимандрит Арсений-то. И это Златоуст у меня стоит теперь в Потеряевке. Когда был в Вашингтоне, а у них там радиопроповедник был, священник Виктор Потапов, очень известный в Вашингтоне-то. А он мне подарил компьютер. Вот как Бог делает. Тоже зазомбировал его и все. И этого зазомбировал. Как эти говорят, придурки там на меня нападают. По-другому не назовешь. Да разве можно мой верующий зазомбировать? Они слово это слышат, не знают, куда применить. Вот. Применить куда это слово. Ну, я взял в руки-то. А взять-то определенное, можно такое. Больше-то нельзя. Я посмотрел, думаю, компьютеры будут у нас все равно. А Златоуст не будет. Компьютер оставил, а я чемодан взял. И вот летим мы над океаном. Я в иллюминатор смотрю, там... То ли острова, то ли корабли, огни видно. Ты думаю, сейчас откажут моторы, и мы рухнем. А я чемодан так буду держать, и меня по чемодану найдут. Я не разожму руки-то, вот так буду на поверхности плавать. Ну, как вот после гибели Титаника-то. Ну, так, себя нарочно так размышляю. И привез его. Сейчас Витя там засчитывает по этому зеленый цвет. И при том оно репринтное издание. Ничего не берут, а просто как страница перепечатана со всеми запятыми, твердым знаком ять. И дальше. Ни одними иерархами утверждалась и утверждается крепость Церкви Божией. Ни ими, ни учеными богословами хранится святое достояние ее. Дух истины, почивший на славных первенцах ее, перенося из века в век свое небесное сокровище, Церковь Христова блюдет его при посредстве тех, имена коих написаны в книге жизни, а не в ставленнических грамотах и ученых дипломах. Ибо подлинное самосознание церковное движется по пути... Не по пути иерархичности и учености, а по руслу святости. Как у вас буквы нет, а у обоих одинаково отбрасывается. Ну. Церковь не платит духовной дани никому. И напрасно религиозный руководитель объявляет себя церковью. У Бога нет лицеприятия. Церковь не оказывается от канонизации святых, боясь пробудить политические эмоции. Она не боится никого, боится только оскорбить Бога, Его благодать. И приемлет царство непоколебимое с благоговением и страхом. Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Евреям 12:28. У нее другой язык, язык веры. Она сокрыта в сокровенных пустынях сердечных. Ее никому не дано достичь насильственным образом. Михаил Новоселов в тех же письмах о церкви приводит отрывки из исследования о церкви князя Хилкова, апологета церковности, как его характеризует Новоселов. Кавычка открыта. Если мы станем на точку зрения благовествования и признаем, что церковь есть именно церковь, храм живущего в ней Святого Духа, тело Христово и живой организм, то все представление наше меняется. Святой Тихон Задонский писал: «Должно опасаться, чтобы христианство, будучи жизнь, таинство и дух, не удалилось неприметным образом из того человеческого общества, которое не умеет хранить этот бесценный дар Бога». Новопрославленный святой епископ Игнатий Брянчанинов свидетельствует в своих письмах и сочинениях о том, что время страшное, ни от кого ожидать восстановления христианства. Сосуды Святого Духа иссякли окончательно повсюду, даже в монастырях, этих сокровищницах благочестия и благодати.
А дело Духа Божия может поддерживаемо и восстанавливаемо только орудиями. Решительно оскудели живые органы божественной благодати. В облачениях явились волки, обманывают и губят овец. Святой Афанасий Великий говорит, чтобы одним из признаков приближающегося пришествия Антихриста будет переход церковного управления из рук архипастырей в руки светских сановников. Признак очень верный. Это не может состояться иначе, как при утрате духовенства своего существенного духовного значения, своей энергии, порождаемой решительным отречением от мира. Чиновничеством уничтожено в церкви существенное значение иерархии, уничтоженная связь между пастырями и паствою. А миролюбие, ненасытное стремление к суетным почестям и накоплению капиталов уничтожило в пастыре христиан, оставило в них лишь презренных, ненавистных полицейских. Предсказано в Писании совершается. Охлаждение к вере объяло и наш народ, и все страны, в которых доселе держалось православие. Дело православной веры можно признавать приближающимся к решительной развязке. Одна особенная милость Божия может остановить нравственную всегубящую эпидемию, остановить на некоторое время, потому что надо же исполняться приреченным Писанием. Дальше уже это оторвано почему-то, не знаю. Ну, в общем, смысл понятен. Все. Я ответ даю по другим книгам. Все, 30 минут. Все.